вы на канале Дима Тревел. Сегодня мы едем в Бучу. Дорога отнимает очень много сил, так решили перекусить. Кушаем очень вкусно. Погнали! Мы вам показывали эпицентр в Чернигове, теперь посмотрите в Бучу. Начали расстреливать. Если что, там еще посеченный второй танк. Справа. Что ничего не видно. Вот
тут еще одна дырка. Это, походу, все от капицентра сделано. Как думаете, там хорошие были? Ого, так там еще и легко есть кое-что. Так, видишь, тут уже и полная палатка. Ого, да тут люди просили, я не понимаю, или стояла, или горела. Непонятно. И это вот по сквотеру. Это, походу, вот у вас квартира, или выносили люди. И погребли. Тут еще и стена вся сгорела. Смотрите, какой был хороший дом, новенький. А теперь посмотрите, что с ним случилось. И заметьте, там еще живут люди. Кондёры такие остались там. Просто посмотрите, разбитые окна. Тут я молчу про второй этаж. Тут все стекла у них засыпано, так это все полотно. Надо попытаться наступить, чтобы не порезать себе ногу. Техника безопасности. Посмотрите, тут вообще ничего не осталось от подъезда. Я вообще молчу про квартиру. Ого! Еще крыша пойдет на. Посмотрите. Кстати, я не знаю, вам тут что-то будет видно или нет, но там проход в чужую квартиру. Куча. Дальше вообще ничего не видно. Смотрите. Тут, конечно, все засыпано. А это что? Это снег. Ребята, это снег. Или сахар? Нет, это сахар. Это сахар. Риски. Оператор, подойди. Ничего не видно. О, тут освещается. Тут подъезд стоит. Типа, чтобы свет работал, а так? Ничего не работает, если мы что, взорвали. А там вот, именно вот там вот. Вот там вот, посмотрите, там разбитая квартира. А там у Кари, там даже дерево себе растет. А там у Кари у них. Если честно, там еще... Провалилась в бамбулбек. Кстати, как все, как будто в заброшке. А вы представьте, это когда-то было живым. Ого! Не вставайте на край, еще провалитесь, вы в Ангай. Потом не выбейтесь. Тупо провалился этот. Там дырка в стене. Да, это страшно. Это страшно уже. О, слава Украине, это уже не страшно. Ну да. А то, погнали дальше. Погнали, заберем себе и заберем посмотрим. Ну, конечно, вот. Вы видели вид со стороны тебя?
ракеты, и тут баба. Тут и светильник остался. Согласен, это слишком маленькая. Это обычная комнатка, по-моему. Пошлите в другую. Вот тут стул. Конечно, поранены, но ничего, слушайте. Смотрите. Просто капец. Круто, конечно. Но, знаете, для куча этого. Кто за пиво не запил? Смотрите, цветочек растет, но далеко зарастет, потому что все под него. Конечно, его никто не поливает. Это, кстати, первый этап, который мы вам показываем. А это взятку. Ну, представьте то, что сейчас на выпьем. Это одна комната. Это стол. Ого. А вот балкон. Не зажмурело. Знаете, как будто ты в сталкере ходишь и проверяешь тут радиацию. Конечно. Я помню, там была жила. Кстати, где-то там был выход на балкон. О, это. И еще мокрый. Две сетки. Да, я помогу. Тихо. Так, там дальше ничего не интересного. Смотрите, мы подходим, оператор оказывается увидел монитор, а я что-то не увидел. А где механический блок? И походу стоял стрелок. И походу стоял вот. Гвоздь забивать. И мышка беспроводная была, но уже беспроводная. Лайфхак называется. Ну, тут кто-то походу... Сталкер играл и напитком или Майнкрафт, какая разница. Ну ладно, и если тут все бы сгорело, потолок вообще напрочь. Как просто... Вы представьте, если вы пришли и хотели бы забрать все свои вещи. Как вы они поднялись на второй этап? Если лезть, если вообще нет ни одного святателя. Вы были на канале Ultimate Trail. Кому понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я прощаюсь с вами. Всем пока!